Так, собрались. Пошли, пошли. Кольцова, а ты чего вообще не на ходулях пришла? Ой, Олег Михайлович, не переживайте, я хорошо подготовилась. У меня есть сменка. Ха, а ничего, что у меня в машине печка не работает, а? А ничего, что у меня тапки теплые. Маш, а давайте сегодня рискнем и все-таки попробуем перейти на третью передачу. Ага. Сейчас. Глаза на дорогу. Угу. Вот так. Ага, отлично. Вы простите, что я вас так эксплуатирую. У меня дедушка крепкий, но уже, конечно, не молодой. Ему в поликлинику надо за лекарствами. А мы все равно мимо проедем, заскочим? Да, конечно. Извините только, что так медленно. Да куда торопиться? Я ведь только жить начинаю. Здравствуйте. Ну и где ваш друг-чемпион? Аттестация, аттестация, занятия по расписанию. Отъехал он, урок у него. Угу. Видишь, дед, какая у меня ученица? А? Вижу. Ой! Что такое, дедушка? А ты сумку мою не видел? Какую сумку, дедушка? Ну, красную такую. Ну, наверное, в автошколе у тебя на стоянке забыл. Сейчас уточним, дед. Угу. Тебя хоть с тапкой, хоть без тапок. Тебя вообще за руль пускать нельзя. Поздравляю. Чего смеемся за руль? Ваня, ну где ты есть? Дуй сюда. Ведьма тобой интересуется. Слушай, а ты там на автодроме сумку не видел? Красную. Красную такую. Есть, красная. Есть. Отлично, скоро будем. Нашлась, дедушка, сумка. Ну, слава богу. Дедушка, что с тобой? Астма! Астма! Ингалятор! Ингалятор! Сумки! Маша, быстро, быстро в автошколу, разворачивайтесь! Да нет же, ему уже в больницу надо! Нет времени, Маша, ему очень плохо, есть 5 минут! Я не могу, Иван, давайте вы сядете. Не могу, вы что, не видите, у меня дедушка умирает. Я боюсь. Сейчас. Ваня. Ладно, хорошо. Ваня. Помираю. Ой, помру сейчас. Дедушка, держись, пожалуйста. Ваня, обещай мне, что женишься. Дедушка, ты не разговаривай, тебе вредно, дыши спокойно. Жену себе, Ваня, найди хорошую. Ага. Девушка, как вас зовут? Маша. Вот, Машенька, такая красавица. Маша, на дорогу смотрите. Пообещай мне, Ваня. Господи, Иван, пообещайте ему уже. Да, обещаю, обещаю. Маша, гони. Все вопросы по поводу пересдачи к Раисе Васильевне. Все. Нет, ну а как же? Ну а все-таки. Я спросил, ну. Слушай, да ее проще утилизировать, чем чинить. Где ваш чемпион? А вот же он едет. Дед, он твоя сумка. Остановите, я лучше выйду. Ну надо же, а? Видел? Ни одной стойки не зацепило. Подождите, давайте скорее лекарство. Иван, где оно? Да нет, мне... Сейчас. Мне уже, собственно, значительно лучше. В смысле, как это лучше? Позвольте представиться. Константин Лагодин. Заслуженный артист.
заслуженный. Любезно согласился помочь внуку пройти аттестацию. Да вам и вам сдать площадку. Вы были великолепны. Да. Браво! Браво! Вы что, с ума сошли, что ли? Да как вам не стыдно? Ладно, это, шалтай-болтай, а вы пожилой человек. Машенька, ну мы с дедушкой специально затеяли этот спектакль, чтобы вы сдали площадку. Спектакль? Ну да. Хорошо. Тогда вот вам мои аплодисменты. И запомните, я больше никогда не сяду в эту вашу колымагу. Никогда, ясно вам? Хорошо, что не овации. Только раз хлопнула. Какая хорошая девушка. И рука у нее такая крепкая. Я ей по-хорошему завидую. Светлана Николаевна, гаражик засчитан? Светлана Николаевна, вот список всех тех, кто не сдал. Совсем безнадежные. Будем отчислять? Ну, зачем же отчислять? А что вы меня спрашивали? Я говорю, гаражик засчитан? Да. Ну, хорошо. А, Иван Сергеевич, знакомьтесь, ваша новая группа. Поздравляю. Поздравляю. Я прошу меня извинить. Что-то еще? Да. Как бы это выразиться? Можно, чтобы на моем юбилее случайно оказалась стриптизерша? Лучше две. Все понимаю, Василий Егорович. Антон Сергеевич, ну, неважно. Я тут кое-что подсобрал. Кое-что? Да вы скромничаете. Ну, знаете, таких, ну, посочнее, что ли. За такие деньги у вас все будет самое сочное. Отлично. Спасибо. Всего хорошего. Всего доброго. Ай, как некрасиво, Стасик. На звонки не отвечаешь. Бегаешь от меня? Я не бегаю. А что, быстро ходишь? Так это можно легко исправить. Ты когда деньги собираешься отдавать? Здесь копейки. Так это, копейка рубль бережет. Ты лучше себя побереги, шутничок. Я с тобой шутки шутить больше не собираюсь. Я через месяц женюсь. Мой тесть богатый. Ага. Я все... Отдашь? Отдашь? Хорошо. Месяц, крайний срок. Это тебе мой свадебный подарок, понял? До свадьбы заживю. Умеют немцы машины делать. А мы умеем их чинить. Здравствуйте, Иван. Я пришла сказать вам, что, в принципе, я готова продолжить у вас занятия, но вы должны пообещать мне, что больше никогда не будете меня обманывать. Ха, слыхал? Интересное кино. Вы, значит, мне, своему инструктору, съездили по физиономии в присутствии моих уважаемых коллег. И я же что-то вам должен еще пообещать. Ну, за пощечину извините. Да? Все? А что еще? Может, мне дать денег вам за моральный ущерб? Вот это интересное заявление. Предлагаю рассмотреть. А знаете, коллега, к счастью, не все в нашем мире измеряется деньгами. Неужели вы действительно думаете, что
Раскаяние моей курсантки искренне. Видите ли, Иван, верить женщинам или не верить – это тема глубокой и долгой дискуссии. Бесспорно, Петр, бесспорно. Ребят, может, хватит поясничать? А кто здесь поясничает? Вы. Ну ладно, будем считать, вам крупно повезло. Я сегодня добрый, потому что сытый. Пойдемте. Куда, Иван? Вот же машина. А я вам сейчас устрою профилактическое занятие под названием «Трудовое перевоспитание». Чего? Того. Идемте. Значит так, Куценко Михайлова, вот ваше первое задание. Болтики отдельно, гайки отдельно. Выполняйте. Иван, вы издеваетесь? Это что такое вообще? Задание. Успокаивает нервную систему, развивает моторику, стимулирует хладнокровие. Очень пригодится в пробках. Да? А мне кажется, я пришла в автошколу заниматься, а не ваш металлолом разгребать. Так мы и занимаемся. Это не металлолом. Палочки сюда, дырочки сюда. Хорошо, я сейчас иду к директору и расскажу, чему вы меня склоняете в учебное время. Идите, идите, Маша. Вот меня с моей методикой в любую автошколу мира возьмут. А вас кто будет учить водить? М? Но они же грязные. Ой-ой-ой. Лучше уж руками. Что? Я палец порезала. Сильно? Да, очень. Ай, вот. Ну, сделайте что-нибудь. Что ж вы такая неуклюжая-то? Ай. Ай, так, сейчас. Ну, что вы копаетесь так долго? Ну, я же инструктор, а не медбрат. Я тоже вам не подопытный кролик. Ой. Давайте пальчик. Нет уж, дайте. Ай. Вот, вот, пластырь еще. Извините, не подскажете, где Маша Михайлова? Не знаю, спросите у механика. А где Маша Михайлова? Такая блондинка, у нее сейчас вождение. А, голубоглазая? Да-да-да-да. Симпатичная такая. С инструктором в гараже. В гараже? А угу. Что она там делает? Перевоспитывается. Не понял. Ой, Стас, привет. Это Стас, мой жених. А это Иван, мой инструктор. А что тут происходит? А что... А ничего не происходит. Я просто, видишь, вот палец немного порезала. Как? А... Ну... А как? Вот, у нас было занятие по оказанию первой медицинской помощи. Угу. Любимая, можно тебя на пару слов? Конечно, конечно. У нас как раз перерыв. Спасибо, Иван. Что-то случилось? Поздравляю тебя. Я только что из ЗАГСа. Там освободилось место на 8 марта. Да? Через месяц мы поженимся. Подожди, а как так рано? А чего тянуть? 8 марта, праздник весны, символично. Да. Но мне кажется, мы не успеем все подготовить. Успеем. Да? У Ирины Адамовны куча времени, у меня кафе. Успеем, поехали, порадуем родителей. Да? Сейчас, подожди. Иван, извините, а можно на сегодня закончить трудовое перевоспитание? Тут просто выяснилось, что у меня свадьба через месяц. Поздравляю. Конечно, свадьба – это
Важно, это важнее, чем права. А это не ваше дело. Поехали, Машунь. Сейчас заберу. Иван, и я обязательно все разберу в следующий раз, хорошо? Не беспокойтесь, Маш, я разберу. До свидания. Поехали. Спасибо большое. Раз. А что ты смотришь? Два. Когда нам в отпуск ехать? Наша дочь беременна. Не наша, а твоя. С чего ты взял? А с того. Поэтому так торопятся со свадьбой. Слушай, а может им на свадьбу квартиру подарить, а? Целую квартиру, а не жирно будет. Мой внук, твой, кстати, тоже, должен жить в самых благоприятных условиях. Не наш, а твой. Бабуля! Дурак! Февраль. Очень смешно. А у Маши? А что у Маши? Слушай, Стас, парень ты, конечно, хороший, а актер ты плохой. Ну, говори, на кого Маша имеет сын. Ну? Да. Ну, говори, ну! Даже не знаю, что вам сказать. Ах, ты знаешь? А ты правду говори, не на исповеди. Слушай, и учти, мы с Ириной решили вас с Машей ради внука купить квартиру. Квартиру? Да. Для нашей семьи? Да. С ребеночком. Ну? Это будет шикарный подарок. Насчет мебели, там кухни, не беспокойся, я все куплю. А можно обстановку мы сами выберем. На свой вкус. За наличные. Ну, естественно. Спасибо. Ну так. Второй, третий. Только вы пока что Машу о ее положении не спрашивайте. Она хотела вам сюрприз сделать. Ну я вообще не против. И еще раз обрадоваться. Ох, это свадьба, свадьба. Да, кстати, у меня есть телефон одного знакомого Тамады. Я сейчас ему позвоню и договорюсь. Пап, может, ты еще вместо меня замуж выйдешь, да, Стаса? Нет, не готов. Давай мне телефон, я сама позвоню, обо всем договорюсь, правильно? Ну, записывай. Давай. Так, 8. Алло. Да, не люблю. Да, конечно, могу. Все непременно. Запомни. А когда свадьба? Запомни. Минуточку записываю. 8 марта. Мария Михайлова. Жених Станислав. Конечно. Конечно, спасибо. Все нюансы при встрече. Девушка, откажись от этого заказа. Почему это я должен отказываться? Ты что, не знаешь, сколько в театре получаю? Вон, пельмени купить, а тут живые деньги. А я тебе все компенсирую, откажись. Что ты мне компенсируешь? Все. Может, ты все-таки объяснишь? Не хочу ничего объяснять. Откажись, прошу. Нет, не могу я. Ах так? Спасибо, дедушка. Попроси меня еще раз в гараже переночевать. Вот тебе. Я тебе все припомню. Вань! Ваня! О, приветствую вас, земляки! Привет, привет! Вам звонили? Я Кацман. Тогда шалом. Скажите, так и вы берете на хранение зимнюю резину? Главное, что на хранилище к вашим услугам. А таки весной я смогу их забрать? Сохраним, как в швейцарском банке. Забирай. Ага. У нас таки склад с репутацией. Так и хорошо, мужчину возьмите.
Скажите, а таки скидку, как постоянный клиент, я уже заработал. А вот весной приедешь и поговори. Ну так совсем другое дело, мужчина, забирай. Слушайте, что я хотел вам сказать. Очень хорошее дело вы здесь делаете. Я уже не знал, что с этими покрышками делать. Циля хотела сделать там клумбу. А что, Петрович, классный мы бизнес замутили, а? А что, колеса крутятся, копейка капает. О, мужики, давайте быстрее. Петрович, ты бы лучше взял да помог. А? Ну ты же знаешь, у меня грыжа. Знаем мы твою грыжу. Давай, давай, давай. Мужики, слышите, что скажу? Я сегодня такой сон видел. И что за сон? Эротического содержания. С нашей директрисой. Слушай, Валера, когда ты все успеваешь? Ой, я ее за все страдания всю ночь наказывал. Эй, мужики! А куда это вы, а? А кто колеса? А вот сон, когда досмотришь, расскажешь, чем закончилось. И письменном виде предъявишь. Ну, закрою. Давно надо было замок поменять. А руки надо было поменять. Ага, держи. Михалыч, я во сне и тебя наказать могу. У меня сны вещи. Так, здесь у нас что? Здесь хай-тек. Композиция из хромированных труб. У меня тут автошкола, а не трубопрокатный завод. Варианты предложения по этому помещению. Минуточку, здесь модерн, я его узнал. Модно, молодежно, свежо. У меня тут и так ветер свищет, свежести хватает. Еще варианты. Да. Сиди там, не вылазь! Сейчас открою. Чего? Открывай! Обожди, замок заклинило. Короче, прячься давай! Тогда, может быть, винтажный стиль это сейчас очень актуально? Здесь и так полный винтаж. Ковры, диваны. Вы еще предложите бабушкины сундуки и шторки в цветочек. А лучше всего плюшевых медведей и розочки в горшочках. Так. А тут у нас что за помещение? Здрасте. Здрасте. Что у нас здесь? Так это... Там ничего нет. Странно. Вот у меня в плане есть, а у них нет. Да там эти пилы, лопаты, метлы, мыши. Мыши. Так, открываем быстро. Вы мышей не боитесь? Я никого не боюсь. Открылся легко. Проходите первым. Боже, сколько пространства и какая смелость! Кудревич, Малиновский, Иванов. Я так понимаю, это фамилии мышей? Крыс. Крыс. Смешно. Очень смешно. Сюда прекрасно впишется камин. Размер комнаты для вашего кабинета прекрасный. Вот чтобы к вечеру всего этого безобразия здесь не было. Или вас не будет. За мной. Угу. Светлана Николаевна, а мне еще фактуру на краску я буду оплачивать или как? А вот вы чем слушаете? Я уже сказала оплачивать. И перестаньте бегать за мной. Вот ведьма, а? Не то слово. Мужики! Да вставай! Валерка, вставай! Завались вы ее этими покрышками и сжечь в камине. Алло. Да? Алло, Иван, здравствуйте. Это я, да, Маша. Да, Машенька. Скажите, пожалуйста, а мы можем сегодня пораньше позаниматься? Занятие строго по расписанию.
Иван, просто я уже пришла. Извините, но у меня с этой свадьбы совсем нет свободного времени. Ну, что с вами делать, Маш? Тогда давайте заниматься прямо сейчас. Да, давайте. Готовы? Да. Давайте, прошу. Хоть какая-то копейка была. А теперь всем позвони, колеса раздай. Носите. Носим. Теперь еще и на звонках разоримся. Ремонт этот, переаттестация, чтобы эта Светка лопнула число. Ну, как сказал бы доктор Фрейд, не кипишуй, Валера. Как бы сказал доктор-проктолог, мы все в пижо без мыла. Так хватит вам уже эти шутки эти. Эх вы, тряпки, гонщицы, это чек нанятый, как и вы. Нужно хозяину петицию написать на эту шумахершу. А, и что писать-то? Ну, мол, так и так, требуем смены руководства. Иначе сами все уволимся. А действительно, что мы не люди, а? Да, и мы заслуживаем этого настоящего человеческого начальства. Во. Вот, завтра пойдем и напишем эту петицию. Вот прямо с утра. А чего завтра? У меня все с собой, пойдем сейчас. Сейчас? Конечно, сейчас. Пойдем. Так, а... Да, давайте сегодня. Я вот покрышки только отнесу. А, начинайте без меня. Алло. Да, я выбрала по каталогу. Цвет фламинго. Хорошо, хорошо, спасибо, на связи, на связи. Это когда-нибудь прекратится? Нет. Мы все время в телефоне. Ой, сейчас. Нет уж, не нарушаем правила. Останавливаемся и спокойно разговариваем. Сейчас остановлюсь. Останавливайтесь. Ручник. Угу. Алло. Да. Но лучше в ванильной. С кокосовой стружкой. Хорошо, да, очень понравилось, да. Спасибо, спасибо. До свидания. Можем продолжить? Ну, можем, конечно. Спасибо. Извините, Иван, со свадьбой много хлопот. Знаете, Мария, а ведь я хотел вас сегодня похвалить. Сказать, что вы гораздо лучше водите. Но преждевременно. Потому что из часа наших занятий вы полчаса занимаетесь своей свадьбой. Простите, пожалуйста, Иван, но если бы вы смотрели на календарь, вы бы заметили, что 8-е не за горами. Я, правда, ничего не успеваю. Ой. Нет уж! На 15 минут мы забываем про телефон и отрабатываем эстакаду. Вот это правильно, мужики. Правильно? Теперь она у нас попляшет. Ну, знаешь, эй, Валера, а ты куда? Настоящий мужской коллектив. Эй, а подписывать? Так у меня занятия, мужики. Я вернусь и подпишу сразу. Валера, ты же первый рядок. А теперь заднюю включаешь. Да ничего я не включаю. Петрович, ты же меня знаешь. Знаю. Ну, имею право передумать. Слушайте, мужики, я его сейчас ударю. Спокойно, Петрович. Валера. Валера, а вот ты посмотри, как к тебе коллектив относится? Да я вижу. Уважает. Ага. Предупреждает перед тем, как ударить. И ты его уважай. Подписывай. Мужики, вы что сидите? Валера, мы тебя... По-человечески просим. Ай! Да, меня! Ну, раз любимый коллектив так просит, ручку дай. Сразу бы так и попросили. Чего ж там? Заходим сюда. Ставим к стене. Аккуратнее. Спасибо. Светлана Николаевна. Да. Камин оплачивать? Подождите, подождите. Пока не надо ничего оплачивать. Светлана Николаевна, можно к вам по личному вопросу? Раиса Васильевна, оставьте нас, пожалуйста, наедине. Хорошо.
Светочка? Да. Вот это вот... Что такое? Это? Это секретик. Ты знаешь, я твои секретики оплачивать не успеваю. Ты меня разоришь. Ну, во-первых, ты сам сказал делать здесь, что захочешь. Хоть дворец. Но я надеюсь, ты дворецких еще не заказывала? Сейчас мы кое-куда пойдем, и я тебе все покажу. Да ты пятишься от меня! Давай, Валера, не дрейфь, прыгай как раз там! Ну почему все время? Ну ты ж мужик! Ну кто, я? Ну не я же! Валера, есть такая традиция, кто последний подписывал, тот и несет. Я не хочу! А куда ты денешься, Валера? Я боюсь, Петрович! Здрасте. Вы ко мне? Да. Вот. Полюбуйтесь, Роман Геннадьевич. Вот что угодно, лишь бы не работать. Да. Надеюсь, покрышки уже убрали. Пойдемте дальше. Тут у нас будет с вами... Что? Валера, Валера. Здесь будет стиль хай-тек. Так, тут, возможно, модерн или винтаж. Я еще не решила. Вот тут будет мой кабинет в стиле авангард. Свет, но зачем все это в автошколе? А это будет нашим уютным гнездышком. Или твоя жена не против, если мы будем встречаться у вас дома? А вот здесь я поставлю камин. Камин. Ну, Рыков, не рычи. Я все тебе компенсирую. Светочка, я видел счета. Тебе придется очень сильно постараться. Ну, ты же знаешь, я люблю стараться. Вот. Заслужили? Получайте. Спасибо большое. Но мне кажется, из телефона у меня прекрасно все получалось. Чего? 15 пропущенных, 4 сообщения. Зато эстакадку отработали. Причем тут ваша эстакадка, Иван? Боже. Мне только что отказался ведущий вести свадьбу. Маш, ну ведущий это не главное. Что тогда главное, Иван? Мне главное, чтобы вы научились машину водить. Да знаете, кто вы вообще? Конечно, знаю. Я ваш инструктор. Вы дрессировщик. Все. Свидание. Маш, вы так дома дверью будете хлопать? Ну что, Валерка, струхнул ты перед нашей ведьмой. Теперь вон с покрышками возись. Кто струхнул? Я струхнул? Я, в отличие от некоторых, за спинами не прятался. Да. Я даже этой ведьме в глаза посмотрю. Орел. Ой. Здрасте. Вот видите, Роман Геннадьевич, не зря в засаде сидели. У них тут тайный склад. Да, Светлана Николаевна, а я вам не верю. А вы вот разберитесь. Если к вечеру все не уберете, ведь вам такой шабаш устроит и жертвоприношением. Черт! Держи. Надо, так надо. Без метлы улетела.
А по обе стороны свадебной арки мы посадим павлинов. Луки, павлин, что ли? Не надо павлинов, они орут сильно. Слушай, солнышко, твою родню они все равно не переорут. Очень смешно, ха-ха-ха. Ну, кстати, спасибо, дорогая моя, и правда смешно. Так, где Маша? Маша! Благодарю. Маша, я такое придумал. Вот, слушай, Машу, смотри, мы возьмем свадебную арку и... О, Маш, ты че? Че? Маша, ты че, дочь? Инструктор этот, идиот полный просто. Сделал такое, я не понимаю, зачем он это сделал? Что он такой? Кто его просил? Он что, приставал к тебе? Нет! Из-за него мы потеряли нашего ведущего на свадьбу. О, Господи, Боже мой. А что, Стас? Ты хочешь, чтобы нашу свадьбу вела какая-нибудь тетка с прической? Или, может быть, мужик с баяном? Ну, во-первых, с баяном, Машунь. Ну, ладно, что ты расстраиваешься? Я найду тебе отличного тамаду. Не переживай, дочка, это будет все решено. Ну как вы не понимаете? Я же хочу, чтобы у нас была самая лучшая свадьба. Она и будет. Да, этот инструктор дебил. Каждый день как будто на зло все портит и лезет. Маша, я поеду туда и поговорю с ним по-мужски. Ой, Стасюха, не надо по-мужски. Надо действовать дипломатично. Да, ты у нас, милый, тот еще дипломат. Машеньке было так сложно. А потом, когда еще ее мать ушла, а там в моей жизни появилась эта женщина, и все так закрутилось. Ну, Маша очень переживала. Вы это, извините, ради бога. Я честно не понимаю, зачем вы мне все это рассказываете. Я вообще вот без родителей вырос. Меня гиперактивный дедушка растил. И что? В общем, Маша ждет ребенка. Да. И ей вот совсем нельзя волноваться. Ну, просто нельзя. Так а что же она мне не сказала? А как она вдруг? Возьмет и первого встречного скажет, слушай, жду ребенка. Ну, как так? Ну, это было бы странно. Ну. Знаете, у нас тут не автошкола для беременных. Вот. Ну, я прошу вас, войдите в ее положение. Угу. До такой степени вряд ли смогу. Понимаете, я как инструктор просто не имею права подвергать ее такому риску. Вы знаете, она надеется успеть до того, как... Это самое, ну, в общем, и... Да я понимаю. Спасибо. Может, я... Вы что, с ума сошли? Ни в коем случае. Как скажете? Слушайте. Вообще удивительный человек. Удивительный. Спасибо. Вы знаете... Еще говорят, молодежь у нас. Хотел бы иметь такого сына. Спасибо. 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 Всех благ. До свидания. До свидания. Да ладно. Ты когда успел? Че я успел-то? Ну? Я ее видел 3 раза в жизни. Жениха ее один раз, и папу, вон, один раз. Ваня! Вань! Это ж идея. Иди к директрисе, ну, расскажи про беременность, и морковку отчислят автоматически, а? Да не могу я так. Я как-то к ней уже привык, и она так хочет на права сдать. Знаешь что? Расставляй приоритеты. Что ей важнее, твои права или ее ребенок? Иван?
Вот вы где. А я бегаю, ищу по всей автошколе. Здрасте. Здрасте. Вы знаете, я хотела извиниться перед вами. Ну, за то, что наорала вчера опять. Просто у меня все в кучу. И торты, и платье, и свадьба, в общем. Да и ничего страшного. Я привык ко всяким кучам. Да? Угу. Может быть, тогда вы не будете отказываться от меня и продолжите учить дальше? Ну, в принципе, денечек можем еще позаниматься. Перестаньте шутить. Я буду хорошо себя вести. У вас кофточка новая, да? Клевая. Спасибо. Да. Ну, пойдемте тогда кататься. Да? Иван, а куда это мы идем? Дышим воздухом. Вам, Маш, столько времени в машине находиться противопоказано. А воздухом полезно дышать. Вон, смотрите, белка. Ага, беленыш. Прикольный. А как же вождение? Будем считать, что мы попали в огромную пробку. Пойдемте на лавочку посидим. Солнышко уже припекает. Ага, скоро весна. Садитесь. Маш, ну вы что, вы подросток, что ли? Ой, извините. Вот, садитесь на плед. Ага. Спасибо. Я вот вам тут витамин С. Ой. Для иммунитета, антиоксидант. Спасибо. Иван, только, пожалуйста, почистите. Я не очень люблю чистить. Ага, конечно. Спасибо. Там еще вот яблоки. Ананас. Минералы. Это... Минералы? Минералы. Подождите. Вчера были болты и гайки, а сегодня два пакета фруктов. Что-то тут не то. Да нет. Это тоже часть моей методики. А-а-а. Ешьте, ешьте. Вот там еще... Голубика. Голубика для глаз полезна. Ну, там яблоки, железо, там фосфор. Фосфор в рыбе. Да? Ну, там тоже есть. Хорошо. А что это вы так? Дышите тяжело. У вас что, тоже астма, как у дедушки? Не-не, просто мандарин тяжело чистится. А-а-а. Класс, спасибо. Будьте дольку. Нет. Нет? Возьмите грушу. Спасибо. А яблоко? Это все вам. Не столько не съесть, Иван. Ешьте, ешьте, вам очень нужно. Угу.